На Урале сегодня упал метеорит. Мощные взрывы в небе наблюдали жители на огромной территории в тысячи километров. В Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени и даже в Казахстане. Вспышки на высоте примерно в 5 километров сопровождались сильным грохотом и были похожи на разрывы гигантских снарядов. После взрывов на небе остались облака, похожие на инверсионный след от самолета. В Челябинске и других населенных пунктах выбило стекла в жилых домах. По последним данным, более 100 человек обратились к врачам с порезами, травмами и ушибами. Часть метеорита попала в стену цинкового завода в Челябинске. Само небесное тело обнаружено в 80 километрах от города Сатка. Находившиеся в воздухе самолеты не получили повреждений. Аэропорты работают в штатном режиме. Все поезда идут по расписанию. А вот сотовая связь во многих городах отключилась. Об этом сообщают очевидцы. Я в данный момент нахожусь недалеко от города, за городом Челябинском, но то, что удалось увидеть, это была яркая вспышка, такое ощущение, что включили сразу несколько сотен ламп, растворился в воздухе, и, в общем, ну, практически как вот такой след от, там, не знаю, от двигателя работающего, что-то такое. Куда улетела траектория, непонятно, потому что все в воздухе развеялось. Связь работает очень плохо, удивительно, что вы дозвонились, потому что ни один мобильный оператор, в принципе, с первого раза не соединяет. По предварительной информации, что в Челябинске очень много домов осталось без окон, стекла выбивало, и, в общем-то, достаточно серьезные были толчки, такое ощущение, что что-то происходит на поверхности земли. То, что происходит по линии, значит, гражданского населения, насколько я знаю, что сейчас идет эвакуация в школах города, особенно речь идет о том центре, где, в общем-то, были наиболее явно замечены взрывы и вспышки. Свидетелями случившегося стали сотни тысяч человек. И вот как описывает случившееся один из очевидцев в Кустанайской области, это Казахстан. Только что в небе над нашим городом пролетел метеорит. Яркий шар с огненным хвостом размером с теннисный мяч прочертил небо над Кустанаем. Визуально показалось, что он упал где-то в центре города. Десятки роликов, снятых очевидцами, выложены на YouTube. Очевидцы очень эмоционально комментируют явление, и вот лишь некоторые цитаты. Произошла вспышка ярко-белого света, осветившая все вокруг. Примерно через минуту мощный хлопок. От удара акустической волны выбило окна. Мне жена позвонила. «Выходи», — кричит. «Там комета страшная». Я выбежал на улицу, но успел только грохот услышать. Сначала шипение, потом яркий свет, очень яркий, потом тишина. Через несколько секунд два толчка, стекла повбивало. Утром сижу дома, вдруг на улице потемнело, потом красная вспышка. Сначала думал, что показалось, выглянул в окно. В небе много дыма и тонкая полоска, идущая к земле. Что взорвалось, неизвестно, наверное, метеорит. Сижу на зачете по математическому моделированию в городе Миассе. И вдруг бабах, вспышка, потом взрывы. Сотовая связь пропала на некоторое время. Окна разбились, цветы все упали, рыбки с ума сходят, собака забилась под кровать. У меня была дикая истерика, когда в школе окна повылетали. Надеюсь, все обойдется. Ну и сейчас на прямой связи со студией руководитель Национального центра управления в кризисных ситуациях Владимир Степанов. Владимир Викторович, здравствуйте. Какие версии случившегося сейчас рассматриваются в министерстве? Да, добрый день. Я должен отметить, что по оценке специалистов и информация, которая пришла с мест, действительно в 7.45 на территории Уральского федерального округа, в Курганской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, а также на территории Казахстана, прошел метеоритный дождь.